Наверное, пора закончить. Можно назвать видео, как занизить любой автомобиль в этой игре. Просто берешь, спамнишь в здании машину, ничего страшного не произойдет. Начать видео, уже убивают. Ты, гаденыш недоросший, понял? Крыса ты, перелезлая. Сегодня я буду в бой с Сбербанком. Возьмите себе это на заметку, лузеры. Как вы, Артур 19? Я, короче, типа типичный Сбербанкер. Ой, банкер. Ой, короче, без разницы. Блин. Доставляю почту, ой, точнее, деньги, точнее, без разницы. В общем, очень надежный друг ко мне. Ну, очень. Страсть. Все какая-то зеленая. Да идите вы в сраку. О! Делают все люди, когда у них отбирают машину. Когда у них бомбит машину. Ну правильно же, естественно, отбирают машину другого. Надо купить себе рожку. Вот так вот, типа, Итак, значит, очень удачное вождение. О май гад. Заранее спасибо за вашу размыльную машину. Заранее мне спасибо, потому что я сильно не знаю. Это моя машина, понял? А, это машина. Прикольно. Я угнал машину. Ну да, я гениальный. Это это Россия. Гов в стол. Давай в стол. А где все? Вот так, значит, у меня супер ультра дрифт корч бич тачка. Почему она дрифтит, я не знаю. Наверное, полицейские. Все такие, да? Короче, вот, я еду на адрес, тут, кому Яндекс.Такси безбладную такси, безбладную. Я могу, конечно. Все. Заметили подозреваемых. Так, значит, пишем, пишем, быстрее, давай, пиши. Стоять, это полиция Сбербанка. Что там можно дальше? Полиция Сбербанка, без сопротивлений, давлений, не с места. Всё. Это полиция Сбербанка, без сопротивлений. Остались от дедушки, рожки, дедушки. А ну иди сюда. стоять, вы нарушаете закон. А отныне по законам... Да нет. Отныне по законам полиции Сбербанка запрещено переворачиваться на машинах, а также какими-то любыми способами вылетать по лестницам наверх. Потому что все такие бесплатные очереди, как бы, да. Запрещено. Дядя! Алло, дядя! Все такие бесплатные очереди. Не знаю, куда ты едешь?
пиздешь. Ну, ладно. Пофиг. Патрулю где-нибудь в другом месте. Меня не нужно вообще убирает, конечно, мне нравится Иван Олигарх. О, поехали. Больница прямо то место, куда мне надо. Приехали. В жизни я хочу. Так, значит, больница это то, что куда мне давно, блин, давно пора. Вот это я сальтуха мэйки. А можно ли мне от первого лица? Вот, спасибо. Так, значит. Так. Масим, очень приятно познакомиться. Так, здесь вообще русские живут или инотусские? Ну, на этом, наверное, пора закончить. Можно назвать видео. Как занизить любой автомобиль в этой игре. Просто берешь, спамнишь в здании машину, ну, а за остальное мы уже не ручаемся. И зайдем. Меня это бесит. Все, меня это все бесит. Почему меня это бесит? Да потому что меня это все бесит. Поняли? Да, все понятно, как я понял. Да, всем все понятно. Столбали.